Площадь у Рижского вокзала. Много чего сейчас нового понастроили. Плитку сделали новую, наконец-то, до конца уложили. Сейчас время пик, вот без 5-7 вечера. Вот тут не проехать, не пройти. Проще пешком добраться. Терминальчики сделали. Вот расписание движения поездов висит, такое электронное табло. Внутри Рижский вокзал тоже сделали, но так я с фотоаппаратом там опасаюсь ходить. Там охраны полно. Все запрещено.